И ведь обстановка не позволяет провести празднование православного крещения в традиционном формате с купанием в проруби. Остаться дома рекомендуют прихожанам и священнослужителям. Самое важное в этот день – молитва о здравии, прощении и покаянии. А молитва, где бы ни была произнесена, будет услышана. Пока регион находится в красной зоне, на всех религиозных объектах проведение массовых богослужений и пятничного намаза также запрещено. В рождественский сочельник накануне праздника в храмах уже есть освященная вода. Взять ее может каждый, кому она необходима. Нужно отметить, что прихожан, посещающих церковь, в эти дни немного, а те, кто приходит, стараются соблюдать все санитарные нормы. Нужно беречь свое здоровье и не подвергать опасности своих близких, отмечает и настоятель храма Михаила Архангела архимандрит Феодосий. Непосредственно в храме богослужение будет проведено, но только священнослужителями. Можете оставаться дома и молиться у икон, включить прямую трансляцию по телевидению, смотреть. А вода святая идет не только сейчас в освящении церкви, но она сейчас течет из каждого крана, в любом источнике, в колодце, в кренице, в озере, везде вода осветилась, и вы не набираете возле тех мест, где вы близко живете, и этой водой вы также будете пользоваться. Она также вам подаст и исцеление, и такую ту же пользу имеете, будете стоить, что, допустим, завтра с прорубью наберете. Одна и та же вода.